Немножко отъехали назад, ну что ж поделаешь. Давайте поменяем гаджет. Гаджет нам нужен именно вот такой вот. Все. Поехали. Так, а здесь у нас подземелье достаточно-таки сложный у нас уровень. Чтобы его выиграть. Монстрики едут на монстротраках. Оказывается, достаточно-таки у меня машинка слабая. Но благодаря гаджетам... Гаджеты очень удачные у нас. Так получилось, что эти гаджеты я нечаянно выбрал в самом начале своей карьеры. Ох, смотри, как удачно головой стукнулся, да? Так, третье место. Превосходно. А чё назад-то отъехал-то, а? Алло. Так, все, поехали. Здесь будет полегче будет. Здесь мы в своей стихии. Опа! Как они меня обгоняют еще? Алло. Я не понял. Ой-ой-ой, аккуратно. Главное не упасть. Не разбиться. Ой, хорошо, хорошо, едем. Эй, какого фига? Ладно, это читерская была. Читерский был заезд. То бишь, не я читер, а они. Они не могли выиграть. Потому что я был всегда первый. Сальто. Японские сальто сделали. Ну, тоже бывает. Так, здесь надо нам приехать первыми. Если мы здесь первыми приедем, то... Мы, может быть, сильно не проиграемся. Так, аккуратно. Сюда заезжаем быстренько. Проехали. Во, видишь? Проехали мы. Есть. Давай. Первое место. Да нет, ну как? Ну почему? Ну что такое? Так, ну давай, в горах попробуем. Какая-то серия у нас проигрышная. Постоянно проигрываем. Тихо, и поехали. Вот, теперь мы первые, наконец-то, приехали. Итого, второе место. Ух ты, новая зона, исследователь первый класс. И новое приключение, ржавый риф.
Новый костюм водителя, шляпа подводника. Офигеть, следующий у нас получается аж 50 тысяч нужно собрать. О, как много, ребята. Ну давай, поехали на автобусе. Ржавый риф. Вот это я... Ржавый риф я не особо люблю, правда. Но попробуем, посмотрим. Сильно тоже разгоняться здесь нельзя. Иначе рискуешь. О, вот видишь, уже пошло. Начинаешь тачку разбивать. Вот это плюм-плюм-плюм-плюм. Пузырь вот этот. Тачка у нас. Поэтому... Может разбиться в легкую. О, какой-то чувак уже ушел под воду. О, нет, нет, разбились. Да, застава. Ну, поехали на заставе, путешествие. Ага. Так, а что у нас? Давай мотор купим. Машинки. Поехали. Тикс. Опа, в воздухе. О, здесь можно монетки собирать в воздухе. Сумасшедшее время в воздухе 30 секунд. Ну, прям куда уж там. Прям сумасшедшее. Нет. Если бы давали больше, там 1000 монет бы дали, вот это было бы классно. О, опа. Аккуратно. Давай. Летим. Сколько времени в воздухе? 10 секундочек. 14. Мало. Так, сколько мы, интересно, сейчас здесь проедем? Тоже, кстати, можно звездочки получать. Да. Открыли мы риф. Я хотел там другую открыть карту. Ну, извините. Получайте, распишитесь за риф. Много мы там не соберем. Эх, ну две машинки-то я уже могу точно купить. Две машинки, только деньги нужны. О, прям сюда в яму упали. Так, бензик мы этот не берем. Ладно, доедем дальше. Без бензина попробуем. Все, разгоняемся, делаем разгончик. Опа, нет, давай. Ну, не хватает энергии. Ну, ничего страшного. Куда меня потащило? Ладно, давай. А, видишь, нельзя назад идти. Ну, кто так придумал-то? Я бы там просто этот бензик бы взял бы, да и все. А, ну нет. Идите, распишитесь. Все, кончились у нас. Энергия. Кончился бензин. Ох, не доехали мы, конечно. Ну ладно. Кончилось топливо. Сельская местность. Гонка. На монстр-траке. Давай турбо повысим. Усовершенствованная турбина для более быстрого разгона и повышения крутящегося момента. Спасибо. Поехали. О, смотри. Реально турбо. Да нифига, это не турбо, вот у меня гаджет стоит на машинке. А то я понять ничего не могу. Почему он такой стал быстрая машинка. Так, бензинчик, спасибо. Давай, еще немножечко. Проехали. Вот, езда на одном колесе. Замечательно. Такой вот монстр трак. Мощный. Автомобиль, конечно. Вода его будет прокачивать у меня. Но я его прокачаю. Только мне нужно время. Монстр так прикольненький. Транспорт. О. Так, в этом месте у меня обычно... Нет, заеду. Давай. Есть. Так, 250 метров, и у меня там получается закончится. Наверное, бензин, скорее всего. А, он у меня уже закончится, понял? Не доехали мы. Да, все, закончилось. Надо прокачивать машинку. Поехали на багги в сельской местности. И подзаработаем немножко мы и монеток, потому что у меня двойные монетки. И звездочек подзаработаем.
О, отлично, отлично. Мне еще дают эти самые какие-то... денежки, мешочки. Так, баги у меня немножко, я его прокачал. Баги немножко у меня прокачаны. Поэтому я не думаю, что будет сложно тут проехать далеко куда-нибудь. Тут это мне автобус мешает, конкретно причем. Все, отвалил. Кто едет, у него очень много внимания уходит. Да, я не знаю, сколько надо, конечно, тут звезд. 10 тысяч звезд мне надо. Офигеть, 10 тысяч звезд, ребята. Надо собирать на новую трассу. Так, к сожалению, мы однерки какие-то собрали, а не пятерочки. Сюда нужно с магнитиком ездить на машинке. Так, следующий 40 метров. Сейчас доедем. Угу, 130. Монет бонусных. Хорошо. Так, чуть-чуть ускориться надо. Ой, тихо, главное не перевернуться. А то будет мне ускорение. Так, все, первые 1000 звездочек мы заработали. Еще немножко осталось. 9000 звезд. Офигеть. Ладненько. 10, 20, 30, 40, 50. Это я монеты считаю. Ага. Да, я не расстроился, что я баги взял все-таки. Баги классный автомобильчик. Просто создан для вот таких вот поездочек на сельской местности. Так, а ну-ка, смотри, опля, видишь, проезжает вообще, проходимость большая у баги. Не просто так эту баги-то все топовые ютуберы любят. И они все на баги катаются в основном. Так что... А баги мы открыли сегодня, мы открыли баги. Хороший, автомобиль. Мне нравится. Видишь, с легкостью уже набрали 1500 монет. Ой, 1500 звезд. Ну, сейчас и 2000 мы соберем. И, возможно, мы откроем новую трассу. Да, придумали жить с этими звездами, да, ребята? Напишите как в комментарии. Как вообще? Нравится вам, не нравится? То, что обновили игру, и теперь карты можно покупать только за звезды. Раньше можно было только за монетки купить. Покупаешь за монеты и не паришься. А сейчас еще звезды какие-то придумали. К сожалению, у меня не было до обновления. Да ну как не было прокачано? Прокачано было. Просто у меня же еще этот самый был. Ух ты, я не могу сюда заехать. Да как так? Ё-моё, еще и бензин заканчивается. Давай, 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 баги. Давай, 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 вонючка. Ах, ладно. Ну все, не доехали мы. Чуть-чуть совсем не доехали. Ага, давай попробуем. Тогда, может, что-нибудь другое.